Мне очень четко выражены пожелания и стихи. Честно говоря, пожалуй, не возьму на себя смелости их зачитать, потому что это нужно делать с выражением, но лучше, чем авторы, их, пожалуй, никто не зачитал. Поэтому я вам их просто передам. Огромное спасибо всем, кто написал такие потрясающие строки. И у нас есть еще один подарок для Владимира Николаевича. Это чудесная девочка Томирис, и она хочет нам исполнить песню под названием «Мой Казахстан». Предлагаю еще раз ей поаплодировать. Это Алматы.
дальше, я хочу. Томирис, вернись, пожалуйста, на секунду.